Игорь Скворцов, Игорь Львович, который проживает здесь, поселок Дружба, улица Юбилейная, один в доме. Вот просит оказать материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. А? Ну вот, видите, занимается спортом. Какое у вас звание есть спортивное? Было раньше, да, но его надо подтверждать каждый год уже. Понятно. Занимается стрельбой, поэтому я пишу согласованно и выделяю эту материальную помощь. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов отправился в очередную плановую поездку. Начал ее со встречи с Игорем Скворцовым, жителем поселка Дружбы. Игорь обратился к депутату в связи с трудной жизненной ситуацией. Хочу возобновить стрельбу из лука. И вот стараюсь этим, конечно, заниматься. Это и для поддержания здоровья, ну и для себя хорошо. В ходе рабочего визита Олег Жолобов посмотрел, как ремонтируются подъезды в сельском поселении Кузнецовска, а также посетил 11-ю школу в поселке Дружба, где частично произведена замена окон. Приехали в эту 11-ю школу, я выделил деньги. Правда, теперь смотрю, что это деньги, которые не сильно помогут этой школе поменять окна. Нужно, конечно, делать больше и сразу. И, может быть, мы говорили на эту тему с моим коллегой Вячеславом Крымовым, мы уже через год заложим сюда из нашего депутатского фонда большее количество сумм, большие средства для того, чтобы разом постараться этой школе помочь и закрыть. Мой приезд многоплановый, это оказание материальной помощи, это и осмотр подъездов, как они ремонтируются, и проверка вообще инфраструктуры, дороги, тротуары. Вот, поэтому, конечно, безусловно, если ты не приезжаешь, то ты этого не видишь. И никакие телефонные звонки, никакие там видеоконференции, они тебя не спасают. Нужно общаться с людьми, нужно постоянно быть в курсе и постоянно это видеть и чувствовать. И, безусловно, общаться, конечно, с населением. Потому что те дела, которые хорошие делаются, они размываются, если люди об этом не слышат. Спасибо большое. Сам спортсмен. Да. Люблю спортсменов, уважаю спортсменов. Хорошо. И стараюсь им помогать. Спасибо большое. Надеюсь, что у нас получится.